Короче, все видят надпись, да, Ульяновский областной суд. Только сейчас отсюда вышел, на меня уже охранник косо смотрит. Надо мне отсюда валить, короче. В общем, рассказываю суть быстрее. Здесь еще и прокуратура не... Друг, если ты хочешь так же, как и я, снимать Антик Рифи Шоу и набирать миллионы просмотров на YouTube, тогда становись владельцем сервера на сервере Сержо Крафт. У тебя будут практически все права опки и доступны куча команд сервера. Телепортируйся к Гриферу. Пока он не видит, выключи себе префикс. И Грифер будет думать, что вы обычный игрок. Или установи себе абсолютно любой префикс. Это будет выглядеть примерно вот так. Также ты сможешь превратиться в абсолютно любого моба. Ну, например, в зомби-свина. Затем сетни Гриферу его сундуки с алмазами. Начни ломать его дом. Затем создай варп и напиши на весь сервер, что здесь находится Грифер. И наблюдай, как куча людей убивает его дом. Так что дайте мут Грифер, чтобы он ничего не смог сказать. А еще ты сможешь вычислить IP Грифера с помощью команды SYN. Прописывайте команду в чат, и вам выдается IP настоящий Грифера. Затем посадите Грифера в тюрьму. А затем забаньте Грифера. Становись владельцем сервера, у тебя будет огромное количество прав на сервере Сержо Крафт. В честь лета сейчас действуют огромные скидки, 97%. Поэтому не упускай свою возможность. Ссылки в описании ролика. Выиграл суд я, сейчас я не хочу орать. Короче, мне суд запретил что-то светить, иначе проблемы будут. У меня уже охранник покашлялся, ничего снимать нельзя. Вот, короче, я здесь ничего показывать не буду особо, вот оно. Значит, я скрываю, это мне дали просто копию, как бы от копии толку нету. И здесь решение вступило в законную силу. Там вон на YouTube сижу, короче, кто увидел, я особо светить не буду. Я тут еще закрывал, чтобы... Ну это копия, это хрен с ней. В общем, решение вам именем Российской Федерации, я особо вот эти бумажки светить не хочу. В общем, суть в том, что выиграли мы суд на 150 тысяч рублей. Мама заплатит, типа, этим, согласно этим бумажкам, будет ей платить 150 тысяч рублей. Вот я сейчас иду. В общем, такая ситуация. Пойду домой и буду ждать, пока они появятся в скайпе. Когда появятся в скайпе, я им об этом скажу. Вот. Особо не радуюсь, не ору, потому что если сейчас заметишь, что я снимаю как бы в суде, мне вообще плохо будет. В общем, вот. В общем, победа, ребята, мамка проиграла 150 тысяч рублей. Ладно, еду домой, буду ждать маму в скайпе. Такая ситуация, ребят. Я сейчас буду связываться с этой мамой Грифера, я хочу наконец завершить все эти конфликты. Да, это кот, который тоже хочет... Ты чё? Смотрите, он меня в портал. Смотрите, он на Бадварс залетел. Я же на сервере здесь нахожусь, он улетел, короче, Бадварс. Короче, кот хочет играть в Бадварс. Слушайте, я почему все это делаю? Я хочу на доброй ноте уже, так сказать, завершить все эти конфликты. Мне они очень надоели, все эти конфликты с мамами Грифера. Я хочу все это завершать потихоньку. Поэтому я сейчас буду звонить и говорить то, что... Чё, провода грызешь? Ты чё задумал? Ты что задумал? Я буду звонить сейчас и говорить то, что давайте тогда, все, на вас наложен штраф, успокоимся. В общем, я хочу совершить это мирно. Жду 2 дня, в общем, буду ждать, пока не появится в скайпе. Когда появится, я буду им уже, соответственно, звонить. Ты что задумал, а? Все. Что, ждем тогда, друзья. Пока появится мама в скайпе у Грифера. А кстати, заходите на сервер, раздаю здесь админки. Летал как раз, смотрел, где здесь Грифер. Естественно, всегда у меня запущена программка для снятия роликов. Летал, смотрел, может кто гриферит, вот за людьми слежу. И тут как я увидел то, что в скайпе появились они в сети. Это семья появилась в сети, не знаю, кто там, школьник появился или мама. Я не знаю, но я сейчас буду звонить. И я хочу наконец-таки быстрее решить весь этот конфликт. Я очень устал. Не хочу ни с кем больше спорить. И тем более суд сказал, что больше он может быть не на моей стороне. В общем, короче, мне все это, ребята, очень доело. Я просто снимаю вам ролик, хочу, чтобы вы знали, чем это все закончится. Я вот на спавне теперь. Сейчас буду звонить им скорее, чтобы вот это вот быстрее уже все. О, быстро трубку взяли. Достаточно. Алло. Алло. Привет. Здравствуйте. Извини, еще раз забыл, как уж тебя зовут? Саша. Ну что ты болтаешь, тебя же не Саша зовут. Все ты шутишь. Получили уведомление? Ну да. Че за уведомление-то? На штраф. Какой штраф? 150 тысяч. Вот. Счастлива мама у тебя теперь? Угу. Давай, позови маму, я хочу с ней поговорить. Мама! Мам! Мам, она вообще дома? Иди сюда. Алло.
Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Я вас слушаю. Слушайте, ну... Вы проиграли 150 тысяч рублей, вы это понимаете, да? Конечно, понимаем. Суд, понимаете, суд, это не я, суд решил оштрафовать вас на эту сумму. Было судебное заседание, я там 2 часа торчал. Вообще, вы что вы хотите на это сказать? Я просто хочу, понимаете, я звоню вам, чтобы решить эту ситуацию вообще. Я сейчас записываю ролик, заранее предупреждаю. Я хочу, чтобы с вами на доброй ноте уже закончили этот разговор. Ну, мы хотим извиниться в первую очередь перед вами и больше не связываться с вот этими ютубщиками ни с кем, ни с вами, ни с кем. А, то есть все-таки вы хотите извиниться? Да. Приносим вам. Да, извинения приносим свои. О, ты тоже приносишь извинения, да? Не стоит вообще связываться и вообще больше поднимать эту тему и начинать эти разговоры. Забыть, как страшный сон. Да, забыть, как страшный сон, то есть. Вот. Слушайте, ну, я тоже считаю, то, что надо на доброй ноте уже разойтись, больше не спорить с вами. Как бы зачем нам больше всем это надо, поэтому что я могу сказать? Даже не знаю, что сказать. В общем, дорогие друзья, подписчики, кто смотрит сейчас этот ролик, ну что, мама Грифера, вот ты сам Грифер. Ну, может, он уже больше не Грифер. Ты будешь Гриферить еще? Там спросите у сына, спросите, он будет еще. Ты будешь еще Гриферить? Не, больше не буду Гриферить. Все, наверное, больше его не надо называть Грифером, будем просто называть его бывшим Грифером. Вот. Они попросили сами прощения, они поняли то, что так вообще нельзя делать. Их суд оштрафовал, конечно, они без настроения, все. Уже меньше пыл. В общем, друзья, давайте как-то ставим лайки, чтобы забыть всю эту историю. Она решена, я сам никому ничего не должен платить, никакой штраф, все. Друзья, всем спасибо. До новых встреч, всем пока и... Больше, надеюсь, мы не будем с вами ссориться. И вам до свидания. До свидания. Все, до свидания. Так, что ж, друзья, конфликт, я думаю, исчерпан на этом. Мы можем понять, да, по голосу, что они расстроены. Они уже как бы меня не обзывают, не угрожают. Вот этой прочей ерундой не занимаются. Я сам, честно говоря, рад, что все это закончилось. И, в общем, ребят, я хочу, давайте так, заходите на сервер. Я здесь сейчас летаю, я сейчас добрый. Я буду раздавать людям админки бесплатно. Даже могу раздавать владельцев сервера бесплатно. Ну, что такое? Фиг с ним, ну, дам штук 10 сейчас владельцев кому-нибудь. Кого выберу, да, что такое? В общем, устал, правда, от этой всей канители. Ой, что-то лагает у меня. От всего этого устал, я рад, что это закончилось. Конечно, они... 150 тысяч им придется заплатить, да? Они же сами будут там решать, какой срок. В общем, как-то так, друзья. Всем спасибо. Поддержите еще раз лайком, что все закончилось хорошо. Все нормально. И спасибо, что были на моей стороне. Всем пока, друзья. Дорогие друзья, если вы, конечно же, хотите получить админку абсолютно бесплатно на нашем сервере или даже основателя сервера, просто пишите команду в чате free, заходите на наш сервер и смотрите, что вы можете бесплатно получить донат за время и донат за убийство. Донат за время можно получить випку, админку или основателя. Нужно всего лишь отыграть пару часов. Лично я сам отыграл уже 656 часов. Это 3 раза больше, чем вот самая крутая привилегия. Также вы можете получить бесплатно админку за убийство. Вам нужно совершить 20 убийств, чтобы получить ключик от кейса, из которого может выпасть вип, премиум, креатив, админ, суперадмин или основатель сервера. Сейчас в эти дни действует огромный процент выпадания основателя сервера. Играйте, убивайте на PvP игроков, набивайте часы, получайте бесплатные админки. Это ли не чудо? Поэтому, друзья мои, сейчас нахожусь на сервере Сержу Крафт. IP в описании ролика. Просто заходим и пишем команду free. И получаем бесплатный донат. Всех жду на сервере. Вот я на спавне. Всем спасибо, всем пока, друзья.